Пусть они идут в задницу, эти маги, блин, они всю мою армию уничтожают. Просто 5000, какого, блин, хрена? Это, блин, один гребаный маг это делает, это просто бесит. Как я должен вообще уворачиваться от этой хрени? И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в Circle Empires. И, ребята, в прошлой серии мы с вами остались о том, что мы уже захватили большую часть экстремального мира. Половина, по крайней мере, у нас уже была, и после этого мне размотали немножко армию, но я уже в специальной серии подготовился и дособрал ее обратно. Правда, захватил ту точку, которую хотел захватить вместе с вами, но просто они на меня напали, и мне пришлось уже сражаться. В общем, чем стала мощнее моя текущая армия? Здесь, наконец-то, появились маги. Сейчас везде у нас стоят банки, что означает, что постоянная прибыль идет у меня, очень много денег идет, это значит, что я постоянно смогу закупать теперь магов, и остается нам взять только некоторые грейды на складах конкретно. Это у нас грейды на лучников, и также атакующий настрой нужно будет взять, плюс 15% к урону, да, с тех существ, да, не способных атаковать, и это бы мне очень даже пригодилось. В общем, тут мощность у нас 12000, очень даже неплохо, но самое главное, что я возвел второй отряд, которым мы сейчас и будем с вами работать, так как у нас здесь не захвачены территории, и нужно их забрать, так как иначе будет простой у нас просто происходить в этом месте, либо они будут на меня нападать, что также неприятно. Поэтому сейчас будем штурмовать сначала эту зону, а та пусть будет охранной у нас. И, ребята, кому нравятся серии по данной игрушке, кто хочет только больше этой игрушки, не забудьте поддержать лайком, так как чем больше лайков, тем больше серий выйдет. И дальше пройдем даже на самой-самой максимальной сложности эту игру, если вам этого захочется. Поэтому лайк не забудь поставить. Так, давайте еще конных лучников докуплю. И все, хватит, наверное. Я погнали штурмовать этих ребят. Так, от зомбаря. Зачем я от зомбаря избавляюсь? Господи, мне сначала на секунду показалось, что это радужная точка какая-то. Меня уже немножко глючит, видимо. Ну ладно, фиг с ним. Разбираемся с зомбарями оставшимися. Кто там еще есть? А, там послушники есть. Ядрит не увидел, что он там стоит. Надо его вынести. Все, теперь никакой опасности нет. Круг захвачен. Зомбарей больше не появится. И сразу надо сюда парочку рабочих накидать, чтобы процесс уже пошел добычи. Так, и дальше переключаемся на более неприятных ребёх. Вот этих вот наг или кто они такие, не знаю. В общем-то, уничтожаем их. И так также двигаемся вниз, чтобы захватить оставшуюся территорию. Для чего мы прямо так на них идем? Они, конечно, эти ребята не особо не представляют опасности, но дело в том, что эти точки для меня это ресурсы. Что самое главное, здесь банки мы построим, плюс здесь ребеха, это еда все же. Так, здесь королева русалок неприятная, вот ее надо вынести сразу, она будет самая мощная здесь, в этом кругу. Так что, ребята, куда вы мажете? Стреляйте по ней. Во, все, пошел весь залп, отлично. А, у нее еще резурект есть, блин, ну это страшно. Так, нападение куда-то пошло, так, погодите, надо последить, где кто напал. Вы что, серьезно? Я только оттуда отбился, вы тут такие это. Блин, ну придется идти атаковать тех ребят. Чего уж делать-то? На две стороны воевать придется. Так, давайте-ка и мага закинем еще двух сразу, чтобы маг просто всех размотал сразу. И у этих даже шансов никаких не было в нападении, так как маги читеры те еще. Так, все, разобрались с нападением. Надо обратно вернуть себе точку только. Так, и от этих уже до конца избавиться. Так, потом эту армию объединим, и она будет супер-мега-крутой, понятное дело. Так, давайте флаг забирайте уже, зайдите хотя бы на секунду, все, можно обратно возвращаться. Бандиты улучшить, что это значит? Так, закидываем сюда парочку ребят, сюда парочку ребят, сюда, кстати, можно закинуть еще одного крестьянина. И вот здесь еще, сейчас создаем пару крестьян. Так, снова нападение, откуда, куда? Так, кто куда на меня нападает? А, все, понял. Так, ну тут хотя бы недалеко выдвинутся мои основные армии, так что мы сейчас их быстренько с ними и разберемся. Че, ребята, вы оборзели, что ли? Решили на меня напасть? Да сейчас я вам покажу, как надо нападать. Блин, моих крестьян не убивают, он там прокачанный так-то. Не хочу, чтобы он умирал. Так, вали, 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 вали. Все, отлично, вышку потеряли, ничего страшного. Главное, крестьян не терять, так как все же прокачанные крестьяне чего-то достоят. Так, что мы тут отбились? Тут сколько у нас мощь? 5700, пока мало. Давайте еще мага сюда закинем. Давайте еще лучников добавим. Так, еще лучников добавим. Снова нападение? Откуда куда? Так, где? Да вы что, серьезно? Я только ухожу оттуда, вы нападаете. Это что за приколы у вас такие? Ладно, надо нафиг вынести их, а то они сейчас меня задолбают. Также главное снести им башни, понятное дело. Поэтому сначала... Блин, я даже не знаю, кого лучше у них уничтожать. Так, кстати, давайте послушника себе возьмем. Еще одного. Так, и еще наспаем сюда солдат. Еще топорометателей возьмем. Еще можно лучника. Так, еще лучника. Так, тут уже офигеть какая армия, конечно, но мне все равно страшновато на них нападать. Так, от кого избавляемся? Я даже не знаю, кто здесь наиболее неприятен мне. Ну ладно, давайте начнем с кого-нибудь, кого легко вынести. Так, этих выносим. Блин, там огненная башня стоит. Ладно, короче, выносим вообще все. Все, что видим, все и выносим. Нафиг. Так, там сейчас будет пожар, конечно, и у меня будет пожар сейчас, если я не успею разобраться с этими ребятами. Так, ломайте им башни, пожалуйста, ребята. Башни самая неприятная здесь тема, наверное. Так, и вас тоже все готов, готов. И последний остался.
все уничтожен. Так, выносим... А, захват власти, все, прошел уже у нас. Так, нужны еще целители, поэтому нанимаем целителей, чтобы они нормально подлечили наших ребят. Так, остается вернуть себе обратно круг, конечно, который нас отжали. Там ребята горят, но ничего страшного. Так, что у нас здесь? Здесь мы вроде как живы, целы, здоровые, но надо бы еще армию докачать. Как они, блин, неприятно нападают не вовремя. У меня цель одна, я тут собираюсь заняться этим делом, а они такие: ну смотри, мы, говорит, здесь нападем, ты так, там развлекайся, тут развлекайся. Сразу две армии в итоге приходится реализовывать. Так, что у нас? 7400 мощь. Я думаю, что мы разберемся уже с этими ребятами, поэтому давайте-ка выломаем им нафиг. Так, у них маги стоят, я не увидел. Так, срочно от магов избавляемся. Так, еще где-то маг. Я не вижу мага. А, вот они. Так, быстро от мага нафиг избавляемся. Все, магов нет, остается только огненные вышки. А нет, вот еще маг. Так, все, огненную вышку ломайте, ребята, это самая жесть, а то. Так, мощь теряем, потому что у нас горят в основном ребята, и там еще в миле меня хреначат. Ну ничего, сейчас мне ребята отобьются от основной противной массы, и уже будет все проще. А все, уже всех победили, оказывается, да? Так, все, власть захвачена, сюда на целителей срочно, а то сейчас все сгорит. Хиллер комьюнити еще ачивочку дали, шикарно. Так, что у нас по мощи? 5500. Ну, сгорела часть, конечно, пролетела, но ничего страшного. Мы еще камбэчнем на этой теме. Так, давайте банки построим новые, так как без банков жизнь нам будет не мила. Банки нужно, чтобы качались, поэтому везде, где их нет, сейчас мы с вами их создадим. Так, надо здесь обратно... забрать свою точку, как-никак, а то они тут оборзели, забрали мою точку, на которой я спокойно себе проживал. Так, ребята, стреляйте, чего вы не стреляете? Стоят, что-то думают. Так, готов и... ой, не туда, не туда, не туда. Соляющий гриб не надо атаковать. Так, все, власть захвачена, обратно возвращаемся. Офигеть, у этих ребят какие-то кони жесткие такие. Я таких еще не видел. Так, ладно, сюда крестьян закидываем, пусть работают. Так, дракона бы еще купить, вообще бы офигенно было. Так, что у нас есть? Следующий грейд... Так, сколько там? 3000 дерева и 4000 пищи. Кто опять нападает? Да вы заколебали, ребята. Я не успеваю еще нормально обдумать, что происходит, как вы начинаете снова нападать. Мне снова приходится кого-то там закупать, покупать. О, кстати, офигительно стоят для магов. Так, сейчас просто всех массовой атакой загребу. Придется захват и здесь организовать. Что-то эта сторона какая-то агрессивная очень. Блин, надо вот эту штуку сломать, я понял. Так, она создает очень неприятных чувачков, смотрю. Поэтому избавляемся от самых вот этих основных. Так. Блин, она еще и воскрешаться будет, офигеть. Какая неприятная тема. Так. Сейчас мечников создам, чтобы они дефили пока нас. Так, надо вот этих избавиться, а то они сейчас, блин, жесть будут не утворять здесь. Они довольно мощные, я смотрю. Так, че, кого? Давайте еще просто мечников пусть пока танчат. А то весь урон пролетает моим основным ребятам. Мне это вообще не надо. Так, давай. Все, разрушили, шикарно. Это уже, от этих уже мы избавимся. Сейчас, нифига себе, у нас мощь выросла. Это мы что, так жестко прокачались? На них у нас 11 тысяч мощи. Это ничуть не слабее, чем моя другая армия. Так, я сейчас этой армией всех захвачу по итогу таким образом. Так, я могу драться, да, молодец. Блин, я все ресурсы трачу на то, чтобы по итогу... хотел прокачать, взять себе грейд нормальный, по итогу не беру его, потому что мне не дают, блин, эти ребята. Так, ладно, хильтесь там пока, дайте еще хиллера закину, пусть там все лечатся. Так, здесь надо захватить вот этих монстров, а то что тут круг стоит такой без дела. Так, магов вынес, еще одного мага, да выносите, господи, мага, так. Ой, вот этих нельзя подпускать, они крайне неприятны, еще какой-то сон накидывает кто-то, я не совсем понимаю, кто из них сон набрасывает, но кто-то набрасывает сон, и это капец как мешает, потому что армия просто засыпает и все. Так, монстры, вот здесь 2000, ну тут наша армия, наверное, разберется, вот эта вторая. Так, тут 17 тысяч мощи, я думаю, нападать и нападать на вот этот большой, или пока еще копить массу и ждать, когда они сами нападут, и воспользоваться этим, возможно. Так. Так, ладно, пока тут нормально. Ну, тогда пойдем захватим вот здесь этих ребят. Так, манекена раздолбите. Все, молодцы. Так, ну, ломаем тогда башню сначала ледяную, да? Так, ледяная башня готова. Дальше бараки, которые спавнят. Еще вот это сломаем. Ну, где лучники? Что вы делаете-то? Так, вот. Все, и эту еще давайте. Вот, готово, все. Как там у меня мечник оказался? И еще одна территория захвачена у нас. Так, пару рабочих сразу же. Так, продолжаем захват в эту сторону. Так, ломаем все, что есть, все, что нам не надо. Так, огненная вышка, надо быстро сломать. Так как мне будут чуваки гореть, а мне этого совсем не надо. Если чуваки горят, то и горю и я. Максимально сильно от этого. Так, там еще надо добить здание. Блин, эти спавнеры, конечно, бесят жестко. Так, давай. Все готово, и осталось только просто запулять солдат. Так, вот этого завалим. Так, и ты еще тут. Все, захватили, еще одна точка у нас и есть. Шикарно. Так,
Этих монстров осталось завалить. Ну, как раз мы сейчас примерно так и объединим две армии в одну мега-армию, и пипец всему миру настанет, если я объединю как раз эти две мощные армии у себя. Так, что, хилимся до конца? Нет, я думаю, не нужно даже до конца хилиться, достаточно просто напасть. Бам! Все, там даже никто выйти не успеет, потому что их зафаерболят мои маги. Так, у нас не хватает мечников только, я смотрю, у меня все милишники, походу, поотлетали. Так, поэтому надо бы купить еще мечников нам, в нашу армию, чтобы они танковали как-никак. Так, еще волшебника берем, так, еще этих возьмем. Так, у нас, кстати, денег, по-моему, почти хватает на... Да, 3000 дерева и 4000 пищи. Почти хватает на атакующий настрой. Это я очень бы хотел прокачать. Конечно, есть меткая стрельба 4 уровня, тоже звучит довольно интересно, но как-нибудь потом. Так, а здесь не перейти, кстати, на эту сторону, оказывается. Так, вот и атакующий настрой у нас есть. Так, мощность у нас еще должна была возрасти. 18 косарей здесь. Так, что, ждать снова, когда они нападут, или... Как? Я просто не знаю, когда лучше мне ворваться на них. Я думаю накопить такую мощь, чтобы у них даже секунды шанса не было как-то против нас выстоять и что-то делать. Ладно, пока что будем продолжать этой армией работать. Все же здесь 14 тысяч мощи, это как бы немало. Так, здесь надо вышку снести сначала, а потом можно со всеми остальными драться. Так, вышку выносим. И вышку выносим. Дальше уже с мечниками разберемся. Да, вышку выносите, ребята. Если вышку не вынести, будет жопа. Так, все, и дальше уже сами разбирайтесь с каждым из этих ребят. Благо у нас массовая атака, даже то, что они там воскрешаются, нам это не мешает. Нам это никак не вредит. У нас нападение где-то идет. Откуда? Это нападение уровня... Мы хотели напасть, но передумали? А, офигительно они напали. Че, больше никто не нападает? Вы, ребята, просто гениально нападаете. Только что точку отжали, и вы пришли нападать, да? Типа, о, халява, все уже готово, да? Можно забирать. Так, давайте-ка этих раздолбим, а то что-то они офигели там накидывать мне. Так, еще нападение откуда-то. О, начался самый интересный замес. База тут же рухнула. А, жесть, вот это они напали. Да. Вот такого нападения даже я не ожидал, что просто их в порошок превратили. Так, погодите. Я сейчас так выйду, и будет жесть какая-то. Так, лучше моей армии пока не вставать туда, потому что осталось замес начнет. Алтарь золота, когда в круге что-то не жает свалиться. Так, нет, это нет, мне не надо, погодите. Я тут этих ребят не допрессовал. Так, стоп, вот это надо снести. А, мы в болоте стоим, кстати, я сгореть не буду. Довольно удобно. Так, давайте избавляйтесь от этих ребят. Пусть никто мне не настреливает, этих еще избавимся. Тут там мечник взялся. Так, ладно, надо фигню эту снести, а то она сейчас меня будет задалбывать. Все-все, давайте валите их. Власть захвачена, плюс еще один круг тут. На эту сторону, к сожалению, я не могу перейти. Ну и ладно, так, снова нападение. Кто куда? Слышите вы? Вы офигели, что ли? Сейчас, погодите, я что-нибудь тут придумаю. Так, давайте просто вот так вот сделаем. Так. 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 Блин, я почти дракона, кстати, нафармил, оказывается. Так, я бы дракона создал, вообще офигенно было бы, да? Так, у нас дракона ни разу не было. Мне интересно хоть даже посмотреть, что он делать-то умеет. Дракон. Так, что у нас по армии? Ну, 2600. Так, сколько там дракон? 4000, 6000. Окей, давайте поднакопим, и будет у нас еще и дракон с вами. Я бы очень хотел увидеть его в своих рядах. Армия рабочих теперь еще ачивочка. Господи, я все ачивки за этот заход заберу, наверное, у себя. Так, ладно, продолжаем прессинг. Уничтожаем всех и вся. Так, маг. Маг. Быстро избавились от него, все. Так, что тут у нас еще какие спавнеры? Нафиг выносим всех. Дальше, ребята, можете сами выбирать, кого вам интересно. Валить, вы сами справитесь великолепно, по-моему. Так, мы уже большую часть мира отжали. Так, надо вот этих вот разнести, ребят. Так что давайте-ка присанем и их. Так, только надо сначала забор вынести нафиг. Так, все, теперь вы можете делать, что хотите, как хотите. И всех уничтожать и вся. Так, надо срочно выносить все вот эти оборонительные сооружения, спавнящие сооружения и тому подобное. Маги, конечно, делают у меня такую грязь с врагами, что жесть просто, офигеваешь от всего этого добра. Так, снова нападение куда-то. Блин, я теряю всех, всю свою армию потерял на чем-то вообще. А кто меня так вынес? Вопрос у меня такой есть, небольшой. Кто такой дэмэдж? Или я реально просто сгорел так? Ну ладно, нет, так нет, сейчас новая будет армия, посильнее, может быть, даже. Так, кто-то поджигает меня и все это вот... А, вот кто вынес меня, блин, я даже не видел этого гребаного мага. Так, короче, вся беда из-за мага, который супер-мега раскачанный. Текс. Не хватало именно мне с магом драться. Маг все мне заруинил здесь, капец. Мега-маг, вот эти маги просто, вот не заметишь его и все, ГГ, ВП, считай.
Так, а стоп, что тут, разобрались, что ли, вы? Так, ну ладно, давайте дозахватим. Ну, мне дракон. О, дракон! Все, появился дракон. Че он? Он просто огнем дышит, да, получается? Так, 50% сопротивления заморозки, 900 хп, огромный урон. Так, офигенно. Блин, ну, с магом, конечно, да, налажал, потому что я его не увидел просто банально. Так, что у нас тут армия 2700? Ну, тут один хрен, у меня мега-армия готова, как бы. Даже так все равно у нас все жесткое. Тут сейчас допокупать дракошек и вообще будет имбово. Так, сюда рабочих, сюда рабочих, сюда рабочих. Где там еще рабочие требуются? Сюда рабочих, сюда. Нет, сюда нельзя. Так, сюда. Так, нападение снова. Вы, ребята, что, чокнутые, что ли? Куда вы нападаете вообще? Что вы там? Я там только рабочих заспавнил, вы решили напасть, да? Может, вы так не будете меня задалбывать? У вас все равно шансов нет, я вас всех уничтожу. Так, главное магов увидеть, блин. Вот если мага проворонишь, то выйдет вообще боком потом. Так, 4000 дерева и 6000 пищи. Золото, то есть, не требуется ему, да? Для появления. Так, мага нет? Мага вроде нет. Ну, давайте тогда ломать башни. И спавнеры, собственно, сами. Так, вот эту штуку ломайте, сейчас ее массовками должны разбомбить. Все, массовками закидали. Блин, если бы у меня был бы маг вот этого желтого левела, это было бы просто жесть, конечно. Когда он прям уже в костюме желтом ходит, как тогда. Прикиньте, что бы он творился просто с армией врагов. С одного фаербола, наверное, всех бы выносил. Так, и тут дракона давайте. Так, 20 косарей мощности. Немножко, но думаю, хватит. Так, где кто что воюет? Я слышу, где-то война идет, но понять не могу. А, все, понял, здесь монстры воюют, да? Так, пока там ничего не делаем, моя основная армия будет вот эта. Так, здесь у нас что-то непонятно, какие-то некроманты. Я с ними вроде как даже и не дрался, поэтому без понятия, что они могут сделать. Поэтому давайте купим себе еще пачку мечников, которые слушают мои приказания, и ломаем столб тогда сначала. А дальше уже как-нибудь сами разбирайтесь, кого лучше валить, кто опаснее и тому подобное. Там личи, маги вот эти, я не знаю, насколько они неприятны, давайте вынесем их всех. Побыстрее, чтобы точно никто ничего никого там не воскресил или что они там делают. Я без понятия, чего они могут сделать, но власть захвачена, так что жить стало проще. Так, а что у меня тут? Тут успел... А, там просто, видимо, пустой круг был, на него встали и отжали, да? Так, ну, фиг с ним. Дойдем еще. Так, здесь война между вот этими двумя бандами, окей. Так, надо похилить наших ребят, так что давайте еще волшебников возьмем. Так, послушника можно даже взять. Так, и дракон у меня всего один, да? Так, ребята, вы просто супер-мега четко вовремя нападаете, как я вас за это обожаю. Так, мага нафиг вынесите, мага, 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 нафиг магов. Пусть они идут в задницу, эти маги, блин, они всю мою армию уничтожают. Просто 5000, какого, блин, хрена? Это, блин, один гребаный маг это делает, это просто бесит. Как я должен вообще уворачиваться от этой хрени? Просто один маг говорит, идите, говорит, в задницу просто. Я, говорит, могу один раз кинуть фаербол и снести всю вашу армию одним залпом. Вот как против этого бороться? Ну вот, мага убил и все, теперь будет проще. Но, блин, я снова потерял огромную армию. Гребаные маги, как они заколебали. Просто, там еще есть маги, нет? Ну что, давайте еще сразимся. Я сейчас наспамлю ведь целую гигантскую армию. Сейчас поговорим с вами. Погодите, я сейчас снова их наплажу своих в миллиардном количестве и пендель вам дам. Слушайте, а вы там еще другие вклинились, а? Мне не хватало, чтобы вы еще вклинились. Определенно. Мне и так горит от того, что меня поджигают, блин. О, как я их ненавижу. Только собирался накопить более-менее мощи, и тут сразу тебе нате, ибо нефиг, да? Так, целитель пошел в задницу. Просто все идите в задницу, маги гребаные. Ненавижу я магов, просто катал, шатал по всем планетам, местам этих гребаных магов. Нафиг их надо. Так, все, магов больше нет, да? Все, ломайте им лица. Больше лучников, ничего не знаю, еще лучников. Хрен вам, а не дом. Так, сносите его. Еще, еще, еще больше, больше, больше. Сносим нафиг их. Так, у меня горит просто от того, что сейчас случилось, когда мою 20-тысячную армию снес один два гребаных мага, ладно. От этого... Как от этого может не припекать, когда просто один маг может всех вынести? А у меня такого мага нет. Дайте мне такого же мага, который будет всех выносить, даже 20-тысячную армию, из-за того, что там будет пара танков. Можно сделать, в принципе, армию, один маг и 50-70 там, блин, мечников, чтоб маг прокачивал столько и все. Я думаю, офигительная будет тема. Я понимаю, что не надо стоять кучкой и все такое, но, блин,
Как здесь не встать, когда у тебя такая гигантская армия получается? Ничего, сразу со всех сторон обходить их тогда? Так, кто нападает? Да вам что делать нефиг, там нападать-то некуда. Ну, молодцы, напали на ничего. А, здесь война. Так, давайте-ка уйдем подальше от этого деда. Вали его нафиг. Еще и горит все, блин. Не дай бог, сейчас дракон сдохнет. Да господи, заспавнит и этих. Хильте моего дракошу. Так, в атаку, да, ничего не знаю. Сейчас. На все бабки сейчас сделаем еще, ребят. Так, нафиг захватываем до конца. Давайте, ребят, крошите дракон. Дракон, по идее, артиллерия. Ну, блин, у него такой дэмэдж так-то жесткий. Так, давай, шпуляйте. Сносите все нафиг. Все, захват сделан. Так, рабочих сюда, рабочих сюда. Где нападение опять? Да я-то не успеваю, по-моему, это... отбиться, как вы снова начинаете мне грязь какую-то делать. Вы надоели. Там снова маги, да? Да, там снова маг стоит. Вот что я с ним делать буду? Приходится назад отступать. Пока что. Не дают нафармить нормально. Если бы мне дали чуть-чуть побольше времени, я бы дофармил и все. ГГВП этим ребятам. Так, тут очень странная мощь. Ну ладно. Опять нападение. Да сколько можно? Там нечего захватывать. Там стоит барак один. И все. Ладно, сейчас туда... Там сейчас займемся. Надо здесь закончить дела. Так, тут эти друг друга почти перебили. Надо просто самых жирных, самых опасных, самых мощных точек избавиться как можно быстрее. И все. Тогда будет все проще. Гораздо проще. Такс. Все, выносите им хаты. Хоть у нас теперь юнит, который можешь поджигать, есть. И это очень хорошо. Единственное, что у дракона перезарядка раз в 100 лет выстрел, на выстрел идет. Ну, фиг с ним. Так. А, стоп, я только вот этой маленькой армией управлял. А дракон что делал? Так, что, осталось совсем немножко захватить. Только вот эти задницы меня задрали, а? Я сейчас крестьян на вас натравлю, чтобы вообще даже вякнуть ничего не успели. Кто нападает опять? А кто из кого... Это мои напали или что? Я, короче, ничего не понял, что сейчас произошло. Так, короче... Дело было к ночи. У меня есть дофига пищи, да? Так, первая часть готова. А теперь вот так попробуем. Я просто посмотрю на эту тему. По идее, маг должен просто нереально раскачаться. Ну или мечники раскачаются. Сколько? 1800 мощности. Пошли дальше. Кстати, этот послушник никогда зомби еще ни разу не сделал. Он никогда не добивал. Это сейчас будет у меня такая армия, где будут одни волшебники и куча мечников. Я вот такую хочу мету попробовать. Звучит довольно интересно, по-моему. Так, тут у меня никто не напал, надеюсь, пока я тут это... Там что-то вообще какой-то звездец происходит. Там все горит, все пылает. Я не понимаю, что вообще... Что вообще здесь происходит? Кто-то с кем-то что-то отжимает. Я даже не понял, у меня там были юниты мои или что вообще? Почему там, какая там война идет? За что идет война вообще? Зато мечники качаются. Будет угарно, если у меня будет мощная армия простых мечников. Так, ну где фаерболы? Давайте еще фаерболы. Я дракона больше покупать не буду. Он у меня слишком быстро отлетает. Чисто из магов сейчас будет весь прикол. Так. Что там дальше? 6000 мощности. Ну, 6000 это уже опасно, да. Это уже опасно, как-никак. Так, чё, давайте еще наспамим мечников пару. Так, готово. Еще волшебник. Делать, не делать дракона. Ладно, сделаю, так уж и быть. Уговорили, ребят. Так. Хиллеры, мечник еще один. Так, конницу давайте. Так, что у нас там мощь? 4200. Мало, мало мощи. У этих ребят, по-моему, было больше гораздо. Вот эту фигню надо снести. Остальное все не так страшно, как вот эта хрень.
Так, ладно, погнали. Там маг? Или мне уже, меня уже глючит, по-моему. Там нет магов, но мне не кажется, что они есть. Все, снесите эту хрень, чтобы она не спавнила никого прям жесткого, и все. Будет гораздо проще. Так, и вот эту хрень. Ну, слушайте, гигантская армия мечников так-то еще и работает более-менее. А, нет, все же, она здесь стоит, я ее просто не вижу. Так, 800 мощность, да? Тут совсем немножко осталось, по идее, мы уже практически все захватили и всех. Откуда у меня столько пищи печатается? Просто жесть. Так. Продолжаем захват. Кстати, этих огнем вообще жесть как разносит. Так, это все, это уже угловая тема. Здесь больше они ничего не смогут уже делать, ребята. Так, нужно больше денег. Блин, надо реально кучу банков настроить. Так, раз банк. Так, два банк. Еще люди нужны. Так, кстати, рабочих вообще нет практически у меня. Новых я больше не создавал. Это неправильно. Поэтому сейчас будем это исправлять. Так, что у нас здесь еще рабочих нет? А, вот здесь вроде как мало. Здесь, здесь точно нет. Так, еще один волшебник. Еще пару миллиардов мечников. Потому что это офигительно заходит, оказывается. Так, топорометатели еще давайте. Так, и еще вот этих. Еще целителя. Еще рыцарей. Не знаю, зачем они мне, но просто что были. Так, снова нападение. Откуда куда? Так, стоп. Создавайтесь, ребята. Где там пища моя? Давайте на всю пищу мечников создам. Так, чё, тут война пошла. Ну да, тут, в принципе, вы ничего не сделаете, ребята. Вам захват тут организован. Сразу же, с момента появления, они захвачены уже. С момента начала нападения этого, потому что шансов у них нет никаких. Так, это ваше, тут отбились, все хорошо. Это сгорело, еще один захват организован. Тут все еще война идет там между собой. У этих ребят. Так, еще топорометателей давайте. Еще кого? Еще мага, вот он, еще один. Готов. Так, погнали захватывать эту точку. Дальше главное избавиться от всей остальной дичи. Вы там можете сами, в принципе, разобраться. Так, ну надо избавиться от некромантов, потому что зомби не хочу, чтобы появлялись. А этих просто руками закидаете и все, запинаете. Они ничего сделать не успеют, не смогут. И все потрачено для них. Так, последние точки остаются у нас, можно сказать. Так, этих ребят захватываем. Валим, захватываем, все дела. Так, еще конных лучников. Еще. Ничего не знаю. Так. Все, последнюю валите. Готово. Так, 2000 мощность. Давайте этих ребят прессуйте. Ибо нефиг. Так, еще мечников давайте. Пищи дофига, поэтому можно создать еще пару миллиардов мечников. Главное, мага не встретить, и все будет хорошо. Насколько ж, блин, меня оттолкнуло назад битва с теми магами, и все. Это пипец как грустно. Так, что у нас мощность? 1400. Так, эту еще сюда загоняем вместе. Так, лучников сюда давайте. Всех топорометателей. Там будто кто-то воюет с этой стороны, но никого нет там. Так, рыцари, топорометатели, да, этих сюда. Так, целители сюда, еще рыцарей каких-нибудь сюда. Так, еще вас. Что у нас там по мощи? 3400. Ну, пока маловато, но и ладно. Так, захватили точку. 12 тысяч осталось вот там, да? Так, собираемся вместе, да, захватываем остатки. Видимо, самая мощная точка это вот здесь осталась, потому что там, наверное, какой-нибудь маг раскачанный стоит, да? Вот он маг, надо будет за ним следить, его надо будет, от него надо будет избавляться как можно быстрее. Так, хилеры, давайте хильте, пока мы еще потерпим, пусть у меня тут армия набирается побольше с этой стороны. Как только наберется уже определенная цифра, тогда будем... А, так у меня тут еще армия. Так, давайте сюда. Так, здесь, еще куда-нибудь. Так, здесь, опять нападение. Откуда куда? А, на мою вот ту базу. А, у меня дракон там был, ядрить. Так, ну тут ладно, пусть они кидаются, мощь теряют. Главное до мага не дойти и все. Самое опасное это с магом встретиться. Я думаю из-за мага теперь как конкретно у них такая мощь и есть. Потому что больше там никто в принципе ничего не мог мне сделать. Так, что тут выхилились все практически, да? Так, еще мага, еще вот этих топорометателей. Они жесткие топорометатели. Мне сначала казалось, что они относительно мощные, а на самом деле они очень даже неплохие.
хэштег. Там война, бандиты. О, эти ребята друг с другом воюют. Видимо, за счет этого они и прокачались. Там плюс спавнеры жесткие стоят. Так, эти сами разберутся. С кого там валить? Я даже командовать не буду, потому что и так нормально. Так, да валите уже этих. Блин, там одна магичка какая-то воскрешается постоянно. Так, сюда. 2500. Последние вот эти круги. Останется только вот этих двух присануть. Но мы тут сейчас дособерем армию до максимума. Всех возьмем в строй и уже тогда пойдем. Так, я уже думаю, в этой серии мы с вами все захватим, а то будет странно, если мы не захватим. Я уже очень хочу их всех уничтожить. Так, о, отлично, я подожду чуть-чуть, мне это на руку. Да-да-да, развлекайтесь там, молодцы, красиво все делаете, качественно, классно. Я именно этого и ждал, чтобы вы напали друг на друга в этот момент. Так, маг есть? Мага нет, значит, можно драться. Тут куча хилеров и все. Вот что я вижу, это не страшно. Самое страшное, это, говорю, только одна вещь в этой игре, и все. Которую ты можешь пропустить и за это сильно поплатиться. Если ты не заметишь этот маленький небольшой момент. Куда вы вообще пошли? Вам что, делать нефиг? Взяли, обошли всей армии вокруг. Совсем ребята что-то это хренью страдают. Так, что у нас? Все, последний круг остался, да? А, нет, еще вот здесь, но с этими фиг с ним. Мне сейчас нужно допрессовать вот эту точку. Так что сейчас все у нас будет. Так, послушник пошел нафиг, мне не нужен он. Так, сейчас сюда этих. Огромное количество мечников оставшихся на нашу пищу. Сейчас буду спавнить их просто до безумия. Так, стражник, броня, острые мечи. Готово. Так, что, врываемся тогда на них. Так, этих сюда, эти вот сюда. Все готово. Дальше вы знаете, что делать. Вы за секунду всех разгребете. Тут даже, в принципе, ничего придумать не надо. Мощь 24 тысячи. Самое страшное, это поймать удар от мага. Он здесь всего один, да ведь? Мне бы вот вообще на паузу поставить, чтобы больше не увидеть какого-нибудь мага. Так, короче, все, выносим его нахрен. Так, и идем в бой уже на все оставшиеся сооружения. Мне остальное вообще по барабану. Главное убить мага. Все остальные здания вообще не являются какой-либо опасностью для меня. Все, дальше вы сами разберетесь. Уровень. Так, 40 тысяч мощи, всех собрали. Так, и пошли на последних оставшихся ребят. Господи, даже игра лагает, просто жесть. Так, алтарь золота, алтарь опыта. Когда вы что-то не считаете, за часа получают опыт. Ну, это фиг с ним. Так, что, все, давайте убивайте их уже. Сколько там пехотинцев, жесть. Я хочу просто, знаете, что сделать? Я хочу вот так вот сделать. Пока еще могу. Может, еще ачивку какую-нибудь получу. Че, все? Или еще где-то кого-то я забыл? Так, где... А, вон, вижу, господи боже. Так. А кто тут... А, башня, серьезно? Одна башня? Офигеть, тут тыквы стоят. Вот это здесь, конечно, еды. И дерево выросло. Отлично, ребята, все 49 кругов мои. Мощно. Наконец-то мы победили их. Так, все, казна сейчас должна нереально пополниться, я думаю. Ну так хорошо сыпет, смотрите-ка. Добротно прямо так насыпало. И корона упала, что самое главное. Че, победили? У нас появились Ксии, Ксес, демоническая пара, ядовитая башня за каждый круг. Каждый востребованный круг воды, это плюс 10 рыбы, одну золотую рыбку. Так, 12 рабочих начинает. Фу, вот это прикольно, кстати. Сложность кошмар. Все, ребята, самый же скач сейчас уже появился у нас. Вот она, сложность кошмара, потом невозможно. Ну, надо сначала пройти кошмар, чтобы пойти на невозможно. Но на этом, ребята, будем заканчивать. Здесь серия была вам интересна, она довольно большая получилась. Но что поделать, надо было уже до конца захватывать. А то бы это было странно, если бы я не захватил до конца. А на этом, ребята, все. Всем удачи, всем пока. Хотя, возможно, серии я вырежу в момент, где я потерял армию. И чтобы было побыстрее по итогу серии. Ну, посмотрим, короче, ладно. На этом все, скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока. Подписку, лайк, колокольчик в описании зайти не забудь.